делать в этих, знаешь, надо делать в этих ситуациях? Сейчас мы находимся в Пудонге. Пудонг – это тот же деловой район. Мы были на конференции, а сейчас мы едем обедать. Но вот рядом с рестораном такие небоскребы. А? Чем не Америка? И вообще погода совершенно изумительная. Москва, завидуй. Москва, завидуй, потому что здесь цветы, здесь лужа, и здесь солнце. Жарко. Да, просто обалденно. Я прям впитываю каждое мгновение. Каждый луч. Тут еще были цветочки, но сейчас здесь их нету. Они в другом месте остались. Но они были только что. Клумбы, клумбы. И вот такие небоскребы. Сейчас я поднимусь, вот здесь мы будем обедать. Сейчас я поднимусь по ступенькам и покажу вам город, вид на город через реку. Наши делегаты идут. Я за ними. Поднимемся. Китайский флаг. Еще раз небоскреб крупным планом. Вход с другой стороны? А, да, да, да. Ага. Я просто боюсь, что потерял. Я вернулся. А. Они все там. Понятно. Где наши коллеги? Оп, все забили. Нельзя так. Вернулся. Туда, да? Да, это очень известно. Итальянский ресторан. А можно спросить по тому, чтобы он снимал небоскребы там для видео, для сюжета. А, а. В общем, вот, да. Я тут молчу. Наш фотограф. Наш фотограф бегает. Сергей, сделай добрый день.